Обычный, блять, какой-то эпический, это обычное видео про Майнкрафт, где мы фактически не будем ничего делать. Итак, мы в Майнкрафте 1.13.06, Майнкрафт Pocket Edition, 1.13.06, бета-версия. Итак, здесь мы видим мои миры, и это обычное видео, где мы, по сути, ничего не сделаем. Здесь мы видим мои миры. Это End, жители 1.14 Java. Я не знаю, почему я выбрал именно Java. Короче, 1.14 Java. Pocket Edition. И Java Edition. Дальше, плоский мир. И... все шутки выйдемы. Это не мой мир, але ну пофиг, короче, пофиг, чей это мир, он мой. Он мой, да. Все женки, усы, женка, выйдемы. Как-то так. Майнкрафт купленный. И почему я выкладываю это видео на YouTube? Так, теперь серьезно. Потому что я его выкладываю или же не выкладываю. Я его, наверное, выкладываю на YouTube просто ради теста того, будет ли у меня выкладываться что-то на YouTube и вообще, чем будет у меня снимать видео. Ладно. Мы здесь ничего не будем делать, но давайте мы сейчас... fucking bitch. Чё-то я не понимаю. Запись установлена, да. Запись продолжается. Здесь такая херня, что я всегда должен смотреть, идёт ли запись, потому что будет обидно, если я буду что-то снимать, там запись уже не идёт. Давайте зайдем мой мир, в котором я в Майнкрафте, если я в Майнкрафте вообще не целеустремленный. Если я снимаю видео в Майнкрафте, это просто жесть. Я не могу ничего нормального сделать. Да и даже если я так выживаю, то я делаю что-то нормальное спустя очень много времени. Сейчас будет видео ужасного качества, да? Так. Я уже вижу, через пару блоков я вижу 5 криперов. Ни хрена себе. И у нас очень лагает. Но не спешите выключать видео, хотя я не спешите выключать, потому что оно ужасного качества. Но я хочу просто посмотреть, не буду ли у меня лагать, просто здесь у меня скелеты. Полностью продублированная фирма Дмитрия Скрюника, да, но... если что, это все надо сделать, да, все. Я ничего не имею против авторского права. Не забаньте меня, пожалуйста. Итак, фирма, я просто ее построил, она мне понравилась. Так, я не могу ничего сказать, это не моя фирма, она не была, и так далее. Так. Вариант. Я хочу... Ой, блин, эндермен. Давайте мы его убьем, потому что мне нужны эти... Девушка, здесь тоже может лагать. Где же ты? Блин. Let's go. Сейчас с таким лагом я его... Come to me. Ну-ка. Yes. Нам выпал жемчуг края. Ладно, так. Нам надо отойти, потому что здесь у меня даже без записи не лагает. Скелетов много. Давайте отойдем и посмотрим. Блин, так много зомби. Ё-моёшкин кот. Так. У меня 34 стрелы. Я манал.
Так, 4 зомби, 5 криперов. Майнкрафт рехнулся, да? В общем, что они такие медленные, да? Да, не. Медленные. Бам. Как мы всех простреляли. Так, давайте отойдем подальше, будем посмотреть, будет ли у меня забагована дерьмище лагать, потому что у меня телефон дерьмо. Ну, я шучу, конечно. Это уже меньше. Меньше дерьмо, чем то дерьмо, которое у меня было. Да. Не, я не говорю, что это дерьмо, голодушку. Другого дерьма не будет. Так, и сейчас я говорю, я, например, ем картошку. И у меня звук едения картошки намного больше. В общем, он намного громче. Да. Не умею говорить Я не умею говорить по-русски, да. Намного громче, чем то, что я сейчас пиликаю. И что дальше? Ну, дальше заставочка. Канала нет, да? Так, ну, у меня очень крутой меч, да-да-да. Так, дальше. Так. Плиз, пусть это видео не посмотрит никто. Пусть это видео кто-то все-таки посмотрит. И поставит дизлайк, да? Так. Я сейчас берусь с мобами, и вроде бы все нормально. Но FPS 11.9, это вариант. Это для меня это нормально, но этот вариант это... Пока что это бета-версия. Мне кажется, это бета-версия даже лучше. Еще вот здесь лагает. Так, я не знаю. Так, стоп. Ты мне уже не нужен. Ты мне уже не нужен. Ты мне уже не нужен. У меня скоро закончится дело, да? Итак, да, это мой мир. Версия Minecraft 1.13, но фишки те же, что в 1.14. Так, здесь бета 1.13 уже есть леса, но еще нет роза визора, блядь. Почему все так? Почему Minecraft Pocket Edition все так медленно добавляют? То есть пока уже в Minecraft Java уже добавили розу виза, уже давно добавили. Уже добавили пчелку, то в Майнкрафт Маврик еще до сих пор добавили розу визора. Да. Плюс, вот видите, вот если я сниму щит, то здесь будет вот такой слот. Он предназначается для того, чтобы хранить предметы во второй руке. Но по каким-то причинам мы не можем хранить там ничего, кроме карты, щита и этого тотема бессмертия. Ну, я не вправе осуждать Bedrock Edition, потому что это Bedrock Edition. Это Minecraft Pocket Edition. И здесь намного больше работы. Надо, чтобы это все не помогало. Да. Сеть Wi-Fi без интернета. У меня это частенько, не удивляйтесь. Так. Сейчас я просыру всю свою память. И... Потому что у меня памяти мало. Блин. На телефоне это из Hard YouTube канал. Как бы я ни говорил, что памяти у меня нафигища, но рано или поздно это сменится тем, что у меня постоянно будет писать «памяти нет». И что бы я ни искал, какие способы очистить память. Эти программы только наоборот
еще больше ее стараюсь. Фак. Блин, я так еще не пугался. Господи. Блин, это скример. Это фантом, это, блядь, скример. Блин! Их двое уже. Да? Их же двое, нет? Итак. Это был супер... как бы вам это сказать? Это было... Фак, ебаный фантом. Итак. Это была супер герой версия видео Майнкрафт. То есть, самая герой версия, ничего не делаю в Майнкрафт. Мы здесь ничего не делаем, и это еще герой. Ничего герой, я ничего не делаю. Теперь все вернется, да. Ну, в Майнкрафте. Да. Так. И сейчас в конце видео я хочу кое-что сказать. Можем ли мы набрать на этом видео 10 дизлайков? Тогда я буду счастлив. Я буду знать, что вы оценили дерьмовое видео тем, что оно по-настоящему дерьмовое. Да. Да пошел ты в жопу. Так, это был видео по Майнкрафту. Подписывайтесь на мой канал, ставьте дизлайки, и всем пока-пока.